Приветствую всех на нашем канале. Сегодня я вам отчитаюсь о посадке эустомы в банку. Очень многие наши подписчики просят показать, что же у нас получилось. Мне бы, конечно, хотелось показать, когда эустома будет намного побольше растения, но уж очень много просьб. Поэтому по вашим просьбам я вам показываю результат. В банку мы посадили, сейчас могу сказать, что это было где-то больше 20 дней. Я на начальном этапе вам показывала, что в баночке семена все приподнялись над землей, их было видно, они такие стали беленькие, объемные и как будто бы на ножках. Вот, а сейчас, на данный промежуток времени, уже явно видно зеленые растения. Ну, могу сказать так, что из 5 семян 4 проклюнулись, 3 из них очень таких здоровых и сильных, 4-й немного такой борется за жизнь, скажем так. Так что вот... Пожалуйста, смотрите результат. Это больше 20 дней, то есть сейчас вот на сегодняшний день. Так что я могу сказать, что посадка в банку, говорим да, она эффективна и действительно работает. Оставайтесь на нашем канале, следите за нашими новостями. Как только эустома станет в больших размерах, я вам покажу, как за ней ухаживать, как ее присыпать землей. И всем пока!